поле номер 8 прошла военно-спортивная игра «Зорница», посвященная 80-летию перехода в контрнаступление Красной Армии в битве за Москву. Организаторы постарались максимально приблизить условия к реальным, чтобы школьники прочувствовали, как тяжело было нашим бойцам в те суровые годы. Все дисциплины проходят на открытом воздухе, чтобы школьники понимали, как было тяжело бойцам Красной Армии, в каких условиях они находились. Это строевая подготовка, потому что мы помним, как по Красной площади шли войска, которые сразу же уходили на фронт. Ученики школы проходили полосу препятствий, соревновались в метании гранат, в снайперской подготовке, оказании первой помощи и в знании технических характеристик оружия военных лет. Сегодня самой сложной была полоса препятствий. Я думаю, что это как-то настраивает боевой дух, чтобы мы смогли прочувствовать, что было тогда, в 41-м году, во время контрнаступления под Москвой. В декабре 41-го года в этой школе располагался штаб 352-й Оршанской стрелковой дивизии. Поэтому здесь особое внимание уделяется военной подготовке. В игре приняли участие ученики с 6 по 11 класс. Когда еще я учился в школе, мы также принимали участие в военно-спортивных играх «Зорница». Конечно, это было более масштабно. В школах появляются кадетские классы. И постепенно, значит, данные традиции вернутся в наши школы. Сугробы и минусовая температура не помешали школьникам показать отличные результаты. Победителей наградили медалями и кубками.